Добрый день, дорогие мои! Вы на канале «У Ася Дака готовит для вас». Сегодня мы будем готовить на заказ торт кей и пиццы. Если вам интересно, оставайтесь, приготовим вместе. И до новых встреч! Далее замешиваем тесто. У меня тут 500 грамм муки. Добавляем чайную ложку соли. По вкусу, если хотите, можете побольше. Чайная ложка разрыхлителя. И добавляем с горкой столовая ложка сухих дрожжей. И по желанию, по вкусу можно добавить приправы. У меня провансальные приправы. Далее добавляем растительное масло. Столовых ложек хватит. И замешиваем тесто. Вода у меня теплая. А для нашего торт-кекса нам понадобится 4 яичка у меня здесь, стакан сахара, и вот на этом этапе добавляем вот такой сироп у меня, люс сироп написано, я не знаю по-русскому, как это будет, в переводе это просто светлый сироп. И этот сироп для выпечки, для сладости, для конфеток, для вот такого добавляется и очень сладкий. Поэтому добавлю для вкуса и пикантности, для аромата всего лишь примерно столовую ложку добавлю на глаз. И снова хорошенько. А теперь уже буду добавлять постепенно все ингредиенты. Далее у меня пойдет вот такой йогурт. У меня йогурт с вкусом кокоса, можно брать любую. Если у вас нет йогурта, добавьте хотя бы грамм 100-150 кефира. Далее добавляем ванили. У меня примерно чайная ложка, примерно масло растительное 0,5 стакана. Далее идет чайная ложка разрыхлителя. Далее сюда идет нутелла, шоколад. У меня в пачке по 15 граммов. Нам понадобится всего лишь 1 столовая ложка шоколада, поэтому у меня чуть побольше будет. Второй стакан муки у нас тут. Далее вот у меня 0,5 стакана клюквы у меня. Добавляю весь. А вы можете добавить все, что хотите.
Добавлю еще розовый шоколад для вкуса. Далее вот форму я приготовила. Смазала сливочным маслом и сверху посыпала немножко муки и готово. Сейчас буду выкладывать наше тесто в форму. Ну и вот у нас все готово. Отправляем в духовку заранее разогретой до 180 градусов на минут 30-35. И, пожалуйста, ориентируйтесь по своей духовке. Это очень важно. Ну и вот наш бисквит уже готово. Вот такое у нас оно получилось. Очень даже хорошее. Оно еще успело охладить. У меня вот здесь еще пудинг шоколадный. И будем сейчас уж украшать наш бисквит. Смазываем вот так хорошенько наш бисквит. Сверху вот я буду украшивать с черным и розовым шоколадом. Здесь у меня лук один и растительное масло жарится. Далее добавлю фарш говяжий. Здесь у меня 150 граммов. Добавлю еще чеснок один для аромата. Далее добавлю по вкусу соль. Перец черный. Куркума. И красный перец. Не нужно долго жарить, хватает немножко, когда оно становится мягким, ну на минут 3, скажем. Вот тесто наше поднялось для пиццы. Будем формировать наши кружочки. Вот у меня вот такая большая тарелка. Мне бывает очень удобно формировать мои пиццы в этой тарелке. Вот таким образом я это делаю. Поливаю немножко масло растительное. Как я вам и показала, вот так у меня они получаются равномерные и по размеру тоже одинаковые, и с виду тоже получается очень даже неплохо. Далее вот беру вилкой и делаю вот такие надрезы. У меня вот такой домашний кетчуп. Кетчуп я сама делала. Вкуснее кетчупа я не ела. Я вам просто рекомендую посмотреть и попробовать приготовить. Это очень легко, просто и вкусно готовится. И использовать как соус.
Далее у меня вот такой сыр плавленый, сливочный сыр у меня Филадельфия. Добавлю тоже примерно вот столовая ложка, ну примерно плюс-минус. Смазываем наши пиццы обе, распределяем наш соус. Далее у меня вот такой сыр моцарелла, немножко, совсем чуточку сверху посыплю. Далее идет вот наша начинка. Ну и вот распределили нашу начинку и сверху посыпаем сыр моцарелла. Ну и вот у нас все готово. Вот в таком виде отправляем в духовку, заранее разогретой до 100-180 градусов, до образования золотистой корочки сверху сыра и готовности теста. Но это будет примерно 30-35 минут в моем случае, а вы ориентируйтесь по своей духовке.